Возобновили несение почетной вахты на Аллее Славы. Пост номер один у Вечного огня. Службу несут ученики сразу нескольких школ. По традиции выбирают лучших, которые проходили специальную подготовку несколько недель. Кроком руш! Несення почесної вахти у цьому році приймають участь 25 шкіл міста. Розпочинається з 90-ї НВК, 25 шкіл будуть нести почесну вахту пам'яті по одному тижню біля пам'ятника невідомого матроса. На торжественную линейку пришло более 100 школьников. Все с гордостью выстроились у памятника неизвестному матросу. Директор городского департамента образования и науки отмечает, в этом году эпидемиологическая ситуация позволяет возобновить многолетнюю традицию. Напомню, в прошлом году несение почетной вахты отменили из-за неблагоприятной эпидобстановки. Це не просто традиція, це, мені здається, з моменту нашого народження ми знали, що є таке пам'ятне святе для всього міста місце, де ми, школярі, дуже-дуже мріяли в своєму дитинстві нести почесну варту. І сьогодні надзвичайно приємно, що ми змогли її відновити, бо минулого року діти через пандемію не могли стояти, вартувати тут. Цього року ми вирішили, що вже можемо забезпечити їх безпеку, і діти сьогодні приступили. Школьники рассказывают, что для них честь отдавать дань памяти воинам, которые защищали и освобождали город-герой Одессу. Кроме того, несение вахты – это возможность узнать что-то новое. Для детей будут проводить экскурсии в музеи города, беседы и уроки мужества при участии ветеранов Второй мировой войны. Я могу сказать то, что на самом деле достаточно интересно здесь стоять. Это большая честь, просто огромная. Ты узнаешь очень много всего. Кроме того, что ты стоишь, тебе рассказывают очень много про историю, про виды оружия, рассказывают, как пользоваться, как защищаться и все такое. То есть ты становишься более образованным в этом плане. Мы очень чекали на цей захід, тому що наша гімназія кожного року приймає участь у цьому заході, тому що для нас це дуже важливо, так як цей захід є одним одні з найважливіших частин національної гідності та національної пам'яті і є важливим для кожного патріота нашої країни. Более того, новые знания ученики начали получать еще до несения службы, ведь каждый должен пройти специальную подготовку. Школьники осваивали строевую, огневую и тактическую подготовку, а также учились оказывать первую медицинскую помощь. У нас был небольшой отбор среди желающих, смотрели, кто хорошо марширует, а у кого не сильно хорошо получается, но у нас в школе, допустим, никого не обидели, все пошли, всех научили, и готовились мы примерно неделю, нас учили, как правильно делать мемориальный шаг и как идти строевым шагом. Ну, на самом деле, это было не зря, потому что мы все очень довольны. Мы разделяемся по сменам, то есть у нас стоит по 4 человека, и мы меняемся каждые 40 минут. За время, пока проходят другие посты, мы успеваем спокойно отдохнуть. И, ну, это тяжелый труд, но посильный. На открытие вахты пришли и участники боевых действий. На глазах слезы, а на груди ордена и награды. Светлана Хлопова рассказывает, что каждая из них – это особое воспоминание. Лично для меня это малолетний узник фашизма. Оно единственная награда у нас. Я не узник, я просто заложник. Партизанский ребенок была в заложниках. Если бы меня Красная Армия бы спасла, они знали, почему мне пилотку разведка одела. Вот. Если бы они знали, то могли бы взорвать водокачку нашу. Это по документам и все военные так говорили. Бабушка говорит, почему же вы посмотрите на кого? Она похожа, все, вы посмотрите. А он говорит, если бы мы спасли, мы бы 1000 бы потеряли. И город бы потерял водокачку. Светлана Хлопова поделилась с нами своей историей и прошлым, которое невозможно забыть, сколько бы времени ни прошло. Ветеран призывает молодое поколение ценить мирное небо над головой, тем более в наши дни. Врачи говорят, надо это вот забыть, не надо вспоминать, не надо. Ну а с нами особенно работали те, которые прошли очень серьезные такие испытания военные. Вот. Но все равно оно до сих пор в душе и иногда даже и снится. Впрочем, отдать дань памяти и не забывать про цену победы – это меньшее, что мы можем сделать для наших героев. С каждым годом их остается все меньше. Кристина Черновалова, Герасим Олесников, телеканал «Репортер».